Скажу, значит, кота вычесать, в квартире поубирать, посуду помыть и себя помыть заодно. Как я жду момент, когда я съеду от вас и буду делать все, что хочу и как захочу. Зато свое. Мама, дай 100 гривен. На мороженку. Это что? Я вырасту, я буду зарабатывать миллион. Извините, а можно спеть? Ну... Выходила на берег. Девушка, до свидания. На высоту. Мама, что на ужин? Что дам, то и будешь есть. Я когда вырасту, у меня будет 10 домработниц и повар. Когда мы были молодыми, друг друга так ценили.